Но есть среди поющих поэтов та, чье имя не слишком хорошо знакомо широкой аудитории, хотя его знает каждый ценитель настоящей поэзии. Тончайший лирик и мелодист Новелла Николаевна Матвеева, которую мы поздравляем с 80-летием. Мы желаем ей здоровья и творческого вдохновения еще на многие-многие годы. Поет артистка театра Вахтангова, заслуженная артистка России Марина Есипенко. Продолжаем.